Северский район принимает высокопоставленных гостей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев со своей командой посетил Северский район, чтобы лично ознакомиться с тем, как развивается муниципалитет и проконтролировать работу всех структур власти в районе. Первым пунктом большого объезда стал тепличный комплекс в станице Новодмитриевской, где при помощи передовых агротехнологий выращивают овощи. На основе голландских разработок тепличный комплекс выращивает овощные культуры из местного сырья. Губернатор края высоко оценил работу аграриев и сделал акцент на том, что семена, удобрения и рынок сбыта должны быть местными, чтобы обеспечить район и край в первую очередь. Принципиально важно, чтобы, допустим, был такой комплекс, огромный комплекс, реально большой. То есть, конечно, в первую очередь брал у таких же ваших коллег по бизнесу, тех семеноводов, которые сегодня выращивают семена наши кубанские, районированные, местные, и, естественно, применял их уже в своем производстве. Если здесь есть семена, которые полностью произведены в нашем крае, безусловно, это тот цикл замкнутый, о котором мы сегодня говорим. То есть семена наши, производство наше, сбыт отчасти тоже, в большей части наш, но, по крайней мере, сами себя обеспечим. После осмотра теплиц Вениамин Кондратьев в сопровождении главы района Адама Джарима и заместителя губернатора Анны Меньковой отправился в станицу Северскую, где посетил новое здание школы номер 43. Вениамин Иванович пообщался с учениками и преподавателями, осмотрел классы и обновленный школьный двор. По словам губернатора, таких школ нового образца, оборудованных по всем современным стандартам, должно становиться больше. Однако важнее количество всегда остается качество образования. Мы все стараемся, чтобы образовательный процесс, который мы в нашем крае создаем, он был на самом деле на высоком уровне. А для этого в первую очередь нужна возможность, нужны школы. И не только, я уже сказал детям, по форме они красивые, они должны по содержанию отвечать сегодняшним требованиям образовательного процесса. Поддержать заинтересованность детей в учебном процессе и их здоровье – задача первостепенная, и питание школьников в этом плане очень важный элемент системы. Новая школа располагает блоком питания полного цикла, то есть все, что ученики едят в столовой, готовится непосредственно в стенах школы и подается свежеприготовленным. Вениамин Иванович пообщался с работниками пищеблока и отметил преимущество такого подхода к организации питания школьников. Не совсем хвалят там, где централизованное питание, где в одном месте готовят, и на все школы потом, неважно, в городе, либо в районе, развозят. Наверное, вот пища, приготовленная здесь, и вы детей чувствуете, они вас чувствуют. Она, наверное, вкуснее, качественнее и полезнее, чем ее где-то везут, потом греют, потом раздают. Ваша точка зрения какая? Полностью с вами согласна. Я вот все время, когда мне докладывают о том, что говорят, вот у нас все хорошо, у нас есть там цех, который готовит на все школы. Вот цех-то приготовит, еще неизвестно, насколько это все свежее, а пока привезут, пока разогреют, пока то, пока все. А потом дети не едят, они говорят, да вот здесь нужно задуматься над тем, как лучше не экономить, но сделать питание для детей качественным и полезным. И главное, чтобы они кушали. Развитию промышленности в Северском районе уделяется достаточно большое внимание. Команда губернатора края посетила швейный цех в поселке Афипске, где в формате личного разговора Вениамин Иванович обсудил с руководством предприятия наиболее актуальные проблемы в развитии легкой промышленности и предпринимательства в целом в муниципалитете. После знакомства с районом губернатор продолжил свою работу на встрече с активом поселений, инициативными группами граждан, специалистами администрации, служб и ведомств района, которая состоялась в Доме культуры поселка Афипский. Перед началом встречи глава региона поприветствовал всех собравшихся и обратил особое внимание на то, что в таком формате работы решающую роль играет инициатива граждан и их гражданская активность. Я приехал, погрузился в проблему. Надо совсем мало времени, чтобы в нее погрузиться. Еще неизвестно, правильно или неправильно я в ней сориентируюсь. Это же тоже человек. Но вы-то уже в ней, в этой проблеме, вы в ней варитесь. Скорее всего, какие-то пути решения видите. Самое простое – дать денег. Но, с другой стороны, самое сложное. Потому что в любой семье, как и вы, как и край, огромная большая семья, деньги, когда появляются, тратятся на самое необходимое. И сегодня, слава Богу, достаточно средств в бюджете, чтобы можно было даже не дыры латать, а устраивать определенную стратегическую политику в той или иной отрасли, в том числе и социальном развитии, жилищно-бытовом развитии. Но опять-таки все равно приоритеты никто не отменял. Динамика развития района, устойчивый уровень экономики и дальнейшие перспективы развития – основные моменты, которые отметил губернатор. Глава Северского района, в свою очередь, отчитался о проделанной работе и о промежуточных результатах за 4 месяца 2019 года. Основная часть встречи проходила в режиме диалога. Губернатор и глава муниципалитета отвечали на вопросы и обращения как частного характера, так и более глобальные, среди которых проблемы газификации отдаленных населенных пунктов, ремонт дорожного покрытия, переработка отходов в районе и многое другое. В конце встречи Адам Шахметович поблагодарил всех собравшихся за плодотворную работу и оказанное ему как главе района доверие. Все эти 8 лет мы были вместе и решали те проблемы, которые были
и становится каждый день перед нами. Но сделать все, конечно, невозможно. Но желание служить этому прекрасному народу было, есть и остается. Я уверен, если будет еще доверие губернатора и ваше доверие, и дальше будем работать и решать все эти проблемы, которые были сегодня озвучены. Огромное вам спасибо. Завершая свой визит в Северский район, глава региона поблагодарил граждан и администрацию за активную позицию в решении актуальных вопросов и стремление совершенствовать то, что уже есть, и стремиться к большему. Для выпускников школ прозвенел долгожданный последний звонок, знаменующий новый этап жизни вчерашних школьников. По всей стране прошли торжественные линейки. Одна из них в школе номер 45 станицы Северской. Желаю вам настойчивости и упорства в достижении поставленных целей, здоровья, счастья и, конечно, правильного выбора своей будущей профессии. Нашему родному Северскому району всегда нужны амбициозные, современные, мыслящие, отличные, обученные специалисты. Дорогие выпускники, уверен, что тепло родного дома и переданные наставниками мудрость и знания всегда будут помогать преодолевать трудности на вашем пути. Я желаю, чтобы в вашей дальнейшей жизни все получалось, чтобы вы были только успешными, чтобы ваши таланты, которые есть у вас, которые, может быть, еще не раскрылись в пределах школы, они обязательно проявились в вашей дальнейшей жизни. В этот день поздравили выпускников и самые маленькие воспитанники школы. Для первоклашек, кому только предстоит пройти путь знаний, они настоящий пример. И хотя сейчас малыши глядят на старших товарищей снизу вверх, когда-нибудь и они также будут принимать поздравления и добрые напутствия. И вы когда-то были малышами и тоже поступали в первый класс. Наверное, кажется сегодня каждой маме, что были вы похожи все на нас. Вы также очень сильно волновались, когда пришли на первый свой урок. Бывало, что задачки не решались, и с нетерпением ждали звонок. Выпускники не остались в долгу и поблагодарили своих учителей за все те знания, что они получили в стенах родной школы. Один из самых трогательных моментов прощальной линейки – медленный танец в исполнении вчерашних школьников. Ребята долго репетировали музыкальные номера, чтобы достойно выступить. Финальным аккордом праздника стал последний звонок, торжественные звуки которого навсегда запомнятся выпускникам. 51-я сессия Совета муниципального образования Северский район состоялась в зале районной администрации. Провел очередную сессию исполняющий обязанности председателя Совета Руслан Ремпель. Депутаты внесли изменения в бюджет и устав района, дали согласие администрации на исключение из реестра муниципальной собственности недвижимое имущество, находящееся в казне Северского района. Депутаты утвердили порядок увольнения лиц, замещающих муниципальные должности в связи с утратой доверия. Народные избранники внесли ряд изменений в действующие решения правил землепользования и застройки Новодмитриевского сельского поселения. Россия переходит на цифровое телевидение. Боитесь, что в один момент окажетесь перед черным экраном? Этого не произойдет, если вы правильно настроите технику. Присмотритесь к логотипу федеральных каналов. Если видите рядом букву «А», то вы смотрите аналоговый сигнал. Как проверить, поддерживает ли ваш телевизор цифру? Еще не выкинули инструкцию к своему телевизору? Ищите в ней указания о наличии встроенного тюнера стандарта DVB-T2. Кроме того, телевизор должен поддерживать формат MPEG-4. Нашли? Тогда вам ничего не надо делать, просто включить поиск каналов. Если вы покупали телевизор после 2012 года, скорее всего, он поддерживает нужный стандарт. Если же телевизор старый и тюнера в нем нет, то нужно докупить специальную приставку. В продаже их множество, от самых простых и недорогих до более продвинутых с дополнительными функциями. Например, возможна запись любимых программ и даже установка караоке. Главное – посмотреть, какой вход есть у вашего телевизора. Старый RCA, так называемый тюльпан, или более новый HDMI. На приставке должен быть соответствующий разъем для подключения.
Чтобы подключить и настроить приставку, внимательно изучите инструкцию. Не забудьте про антенну. Ее придется поменять, если она была куплена до 90-х годов. В случае плохого приема сигнала к ней может понадобиться усилитель. Теперь все каналы в самом высоком качестве и никаких помех. Эти трое белых тигрят прошли первый в своей жизни медицинский осмотр. Малыши родились месяц назад в зоопарке чилийского города Ранкагуа. У тигрят проверили зубки, послушали сердце и померили температуру. Все здоровые, каждый тигренок набрал вес более 3 килограммов. Чтобы провести обследование, детенышей на время забрали у матери. Тигрицы, чувствуя угрозу, защищают детенышей, поэтому другие хищники их не трогают, и тигрята не страдают. И еще тигры чувствуют чужой запах, поэтому мы проводим осмотр в перчатках. Белые тигры не альбиносы, а носители рецессивных генов, из-за которых происходит мутация. Такие животные не могут жить в дикой природе, например. Хотя некоторые думают иначе. Просто у них нет соответствующего камуфляжа. У тигрят пока нет имен. Руководство зоопарка планирует предложить детям выбрать клички для тройняшек.